23 травня, четвер, традиційне зведення з військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світуном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Що ж, пане Романе, почнемо з того, що наші оборонці вчергове збили Су-25. За два останні тижні це вже є п'ята пташка Су-25. Дуже хороший доробок. Хочу наших глядачів попросити подякувати нашим Збройним силам лайком, і аби це відео більше поширювалося і більше людей бачили, що роблять наші герої на передовій. Пане Романе, а знову ж таки, п'ята сушка за два тижні. Це необачність ворога чи нам підійшло, можливо, якесь озброєння? Нам точно подошло вооружение, мы запрашивали ПЗРК, есть сейчас ПЗРК с дальностями, ну, мягко так скажем, больше 5 километров. То есть наши партнеры в этом смысле нам помогли. И, естественно, у россиян остались старые предостережения о 5-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Они заходят даже на предельно малых высотах. Мы как-то показывали вертушки, идущие на предельно малых. Вот самолет тоже идет на таких же предельно малых, также поднимает нос, отстреливает Нурсы, дальность 7-8 километров полета этих ракет, неуправляемых реактивных снарядов. И вот на этих дальностях мы их перехватываем. То есть россияне уже, у них им варианта два, либо больше не выполнять такого рода пуски, потому что мы их уже видим и уничтожаем, либо продолжать дальше, но уничтожения будут происходить с таким же темпом. То есть, хотя с точки зрения, допустим, количества у россиян этих самолетов, там около 180-190 самолетов у них еще осталось. Су-25, потому они могут просто ставить их в график, так сказать, на уничтожение. Есть определенные коэффициенты потери, и они будут эти коэффициенты увеличивать, будут терять самолеты. Летчики иногда катапультируются, толку с них, правда, уже после этого нет, но тем не менее. И в режиме такого расходного материала они могут использовать сушки для того, чтобы наносить удари по нашим позиціям для продвіження військ противника. Ще до Донецько-Покровського напрямку повернемося. Пане Романе, знову нова хвиля розмов, ударів західним озброєнням по території Російської Федерації. Чи варто робити сіру зону, так як вони роблять в нас на півночі, на її території? Будь ласка, попрошу наших глядачів прокоментувати, наскільки ви вірите в те, що таки дозволять Сполучені Штати Америки використовувати їхнє озброєння, тому що йдуть різні від них коментарі. В першу чергу хотів би показати, пане Романе, нашим глядачам, як ворог цинічно б'є по Харкову. Використання снаряду МПБ з Д-30, просто такий приліт по Харкову. Бачимо білий день, центр міста і просто жахливе влучання. Слава Богу, наразі невідомо про жертви, правда, є десяток поранених, ну, але це просто такий геноцид і просто таке руйнування міста. Там абсолютно ми ж бачимо жодного якогось об'єкту військового чи критичної інфраструктури. Продолжение геноцида. У россиян конкретная задача уничтожить украинскую нацию, украинское государство. Они об этом постоянно говорят. И действия их как раз, и действия уже говорят об этом. То есть просто по городу идет обстрел ракетами. Армейской артиллерии, у них есть некоторые дальние средства поражения. И они это будут продолжать, пока мы действительно не создадим зону безопасности для Харькова. Зона безопасности, она должна быть где-то километров 50-70. Так реально это примерно это до Белгорода. То есть пока у нас не будет достаточного количества вооружений для того, чтобы эту зону безопасности создать, естественно, надо разворачивать ПВО над Харьковом, как минимум на основе «Патриота», и прикрывать авиацией. То есть только тогда можно миллионы прикрыть от таких геноцидных ударов россиян. Над этим надо однозначно работать. Почему? Потому что иначе в другом случае больше миллиона человек надо будет эвакуировать из города. Ну от і сіра зона на території Російської Федерації. Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, пане Романе, вкотре повторив свої тези. Нагадаю, Блінкен був з візитом в Україні 3 дні. США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території. Україна сама вирішує. І це демократи, так? А що кажуть республіканці? Той такий спікер Нижньої палати представників Майк Джонсон
підтримав ідею ударів їхнім озброєнням по Російській Федерації, а конгресмен Маккол каже, що атакамс треба використовувати, аби створювати сіру зону на території Російської Федерації. Вірите в ці заклики, не вірите? Це політичні якісь тези перед виборами, чи все ж таки вони мають якесь суттєве підґрунтя? Маккол конкретно сказал, что надо делать. Действительно, атакамсам именно надо работать по Белгородчине, по Курчине, по Брянщине, для того, чтобы обезопасить Сумы, Ахтырку, тот же Харьков от ударов российской артиллерии, дальних РСЗО, ракет и авиации. По-другому никак. То есть атакамсы должны уничтожать аэродромы, которые находятся, допустим, в этих трех, а то еще и в Воронежской и Ростовской областях, в пяти областях, это как минимум. Атакамсы туда достанут 300 километров ИМ-39А1 кассетник, который накроет авиацию на аэродромах для того, чтобы она не летала и не сбрасывала МПБ по Харькову. Ну, это целый комплекс мероприятий, потому без такого рода разрешения, а еще лучше снятие ограничений для принятия решений нашим военно-политическим руководством, куда атакамсы используют. Это оптимальный вариант. Это не будет конкретное целеуказание, это будет просто передача нам решения, то есть принятие на решение этого действия. И легче будет и американцам, ну, естественно, нашему руководству выполнять эти задачи. Вот Маккол интересную вещь сказал, когда запрашивал у Салливана разрешение, не разрешение, а отношение Белого дома к этому вопросу. Он конкретно спросил, а почему тогда, вернее, у Блинкена, когда запрашивал, почему тогда Салливан запретил это делать? Мы неоднократно слышим эту фамилию о запретах, связываниях рук украинским вооруженным силам. Все идет от Салливана. То есть этот персонаж, который висит на ушах у Байдена, он очень много беды уже натворил для Украины. И Салливан, и Бёрнс. Бёрнса сейчас в последнее время не видно, не слышно. Уже забежал куда-то, понимает, какой негатив идет по ЦРУ и лично по нему. Но вот Салливан до сих пор висит в информационном пространстве. Уже республиканцы конкретно показывают пальцем, кто запрещает выполнять такого рода действия. Потому разбираться, республиканская поддержка у нас есть. Мы это видим. И Джонсон, и Маккол, и много еще республиканцев, которые сейчас поддерживают, продвигают идею ленд-лиза, законопроект сейчас будут продвигать. Наша диаспора поддерживает. А вопросы в Белом доме, а особенно вот в этих наушниках, так называемых, которые рядом типа Салливана, Бёрнса, которые не дают возможности нам обезопасить наши города, наших граждан от геноцидных ударов России. Пане Романе, от, власне, аби як хоч якось захистити наше небо, прильоти від ворога, політико видання каже, що Володимир Зеленський неофіційно, екстрено вирішив відвідати Францію до 80-річчя висадки союзників Нормандії 6 червня. Згодом також в Італії відвідати саміт G7. З якою метою? Аби тиснути і проштовхувати питання закриття частково неба в Україні, поки нам не надійшли авіація, поки нам не надійшли системи Patriot. Нагадаю, була новина, що лише в липні на саміті НАТО можуть наші партнери погодити передачу 7 комплексів. Наскільки це може бути дієво, наскільки це може вплинути? І чому саме Франція? Ну, дело в том, что там французы пригласили много делегаций на это действие. Главное, чтобы это была действительно основная причина, то есть вопрос по ПВО, а не контакты с российской делегацией. Французы пригласили в том числе и россиян. И это может быть такая не совсем, мягко скажем, формальная площадка для контактов. Потому ну, там будет достаточное количество журналистов, будет достаточное количество разведгрупп, которые точно определят, с какой целью на то место, где будет российская делегация, почему-то едут наши представители. Потому пока еще вопрос такой, подвис в воздухе, а зачем и для чего, и что оттуда привезет президент.
Пане Романе, також у нас є відео. От ми на початку нашої розмови згадували удари по тилу ворога. Донецька область в тилу знаходиться в місті Моспине. Ось це Моспине, перепрошую. Від Донецька орієнтовно, я бачу, 26-30 кілометрів, а від лінії бойового зіткнення 45 кілометрів, понад 45 кілометрів. Самі ж окупанти заявляють, що було влучання в їхній комплекс С-300 або ж С-400. Ну і от бачимо дим, як мінімум, від прильоту є. Моспина – це основна база росіян під Донецьком, воєнна база. Іменно Моспина, вони ще з 2014 року облюбували, це було... Как только российские войска начали заходить в Донецк, это было уже где-то в районе июня-июля, они уже начали сразу Моспина определили как базу, это юго-восток Донецка, удобная развязка, расположение дороги, там есть несколько полигонов, военный аэродром. Ну, не военные, но там был аэродром, который выполнял задачи. То есть они используют весь этот комплекс как раз под военные цели. Там же на аэродроме было расположено, они раскрыли систему ПВО. Ну, донецкие партизаны с 2014 года отслеживают, дают координаты и, мягко так скажем, прилетело туда, куда нужно. Потому еще минус одна С-300 у російської армії, так це точно. Пане Романе, якщо говорити про... Ми вчора з вами згадували про Балтійське море. От б'є на сполох головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікель Б'юдден. Він каже наступне, що Путін не одне око, а два ока поклав на острів Готланд, щоб контролювати Балтійське море. Ну, в Росії відразу ротом Піскова дали задню, начебто сказали, що ні, це неправда, ми на що не претендуємо. Наскільки серйозно можна розглядати, знову ж таки, цю ситуацію в Балтійському морі, якщо про це вже говорить не просто якісь джерела, про які ми з вами вчора говорили, а головнокомандувач Збройних сил Швеції? Так і виходить, вони далі в штангу називаються. Тобто, спочатку зад Путіна зжався, а потім рот Піскова все це опроверг. Примерно так. Почему? Потому что Готланд – это шведская территория в чистом виде. И, допустим, даже поползновение в информационном плане, даже в режиме ИПШО, это уже может Швеция рассматривать как вторжение или попытка вторжения, или подготовка к вторжению. Так шведы рассмотрели. Тут же приняли решение о возвращении обратно на Готланд военной группировки своей. Она в свое время была оттуда снята. Там находились только правоохранители, а сейчас будет возвращаться и Готланд, это центр Балтийского моря практически, довольно-таки большой остров. Там будет развернута воинская часть, которая будет контролировать, а это как раз контроль передвижения, перемещения российского Балтийского флота между двумя базами, между Калининградской, Кенигсбергской и Питерской. Потому россияне вот в течение нескольких часов сами себе создали большущую проблему. В Балтийском море так это точно. Пане Роман, також з'явилися фотографії Мігу нашого 29-го. Що цікаво, що у якості платформи для запуску приманок в них були встановлені ADM-160 MELD. Як це розуміти, що це є за платформа, що це за ADM-160 і для чого вони призначені? Тобто, як кажуть, що ми нібито вже і раніше це використовували, але вперше це зафіксовано на фотокамери. Мы неоднократно говорили, что идет тандемный всегда удар, когда идут скалпы или стормшедоу. Летит ракета, идет ракета ADM-160. Вот эта ракета, вот носитель. МиГ-29 оборудованы как минимум два пилона под ракету ADM-160. Она отстреливается, уходит ракета сначала, берет на себя. Она может, кстати, заходить. У нее дальность полета. Там простой двигатель авиационный стоит. ТРДД, турбореактивный двигатель двухконтурный, который, как в режиме самолетном, эту ракету может держать в воздухе и пролететь больше 500 километров. Но она может становиться в круг, в коробочку, то есть висеть над определенной территорией. И это практически летающая станция радиоэлектронной борьбы.
Естественно, эта ракета выходит на какую-то цель, какую-то точку или проходит рядом с РСЗО противника и начинает выполнять задачи радиоподавления разного уровня. Она может быть как приманка, она может быть на себя взять, допустим, внимание ПВО. Она может создать ложных целей практически в ноль, создать такие условия, чтобы россияне не видели наши ракеты, не могли их вычленить, которые дальше идут за этой ракетой. Может полностью засветить экраны радаров импульсами, которые может сама генерировать. Причем довольно-таки очень успешная ракета в этом смысле. А дальше она уходит и самоликвидируется. То есть россияне несколько раз эту ракету сбивали. Вот некоторые кадры, которые бывают, россияне показывают, вот сбили ракету, там Storm Shadow, Scalpa, когда потом разбираются с останками. Это ракета EDM-160, у нее и задача была такая, чтобы на себя вытащить ракету. В это время Scalpa и Storm Shadow проходят, уничтожают пусковые установки. То есть вот примерно такая задача. Вот сейчас уже есть информация о том, что носителями этих ракет являются МиГ-29. Действительно, два пилона. Ракета прописывается, программа ракете на земле. МиГ-29 используется в качестве разгонного блока и пусковой установки, и все. Потому таких машин у нас, наверное, уже немало. И вот такие тандемные удары, они очень хорошо показывают, хороший результат показывают. Причем с самого начала первые удары Storm Shadow, которые тогда по Луганску наносились, как раз были с ракетами ADM-160. То есть они в паре сразу поставляли. Міністр оборони Великобританії Грант Шепс каже наступне, пане Романе. От США вагаються, вони кажуть, що вони того достеменно не бачать, ну як завжди, щось там в США не так, особливо перед виборами. А от Британія каже наступне, Міноборони, що Китай або вже постачає, або буде постачати летальне озброєння Росії. І загалом Грант Шепс закликав нейтральні, так би мовити, країни, він їх не назвав. Але, очевидно, в першу чергу він має на увазі такі, як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія, вступити до НАТО. Бо, мовляв, вони начебто нейтральними, але користуються парасолькою захисту. Це, якщо перевести на наш корупційний язик, з точки зрения нашого корупційного правительства, це давайте сноситесь в натовський бюджет, все равно мы вас прикрываем со всех сторон, так как каждая страна, которая член НАТО, она платит определенную сумму от своего ВВП в общий бюджет натовский. Потому здесь такой мягкий, пока мягкий намек, но, скорее всего, все-таки эти вопросы будут решены. Либо будет вступление в НАТО этих стран, либо они просто раскошелятся, если можно так сказать. Вопрос однозначно будет решен. Почему? Потому что есть общая площадь безопасности, общий зонтик, его нельзя вычленить. Ну, то есть нельзя как-то выдернуть страну, которая находится особенно в теле Европы, в теле НАТО, вычленить ее, и его, он либо есть, либо его нет. Если он раскрывается, он раскрывается над всей Европой. Потому, я думаю, европейские страны додавят те страны, которые еще не вступили в НАТО, на два варианта. Либо вступление, либо финансирование. Пане Романе, і от в Румунії ми з вами колись говорили, що там буде споруджена найбільша база НАТО в Європі, там шалений бюджет, дуже потужні плани в них. І також от прем'єр-міністр Чолаку сказав наступне, що в Румунії планується збудувати найбільший в Європі завод по виробництву пороху. А ми з вами колись, я пригадую, говорили, що снаряди – це добре, але дуже часто не вистачає компонентів, таких як порохів. Да, это пороха, это основная проблема. Причем не просто пороха, а пороха под определенный вид снаряда, под определенный ствол и так далее, и тому подобное. То есть такой большой разброс, хоть и один вроде как стандарт 155-й по натовским вооружениям, а разброс очень большой от стволов до порохов. Потому, во-первых, надо вопрос все-таки решать в Европе, в НАТО, вопрос решать в совместимости всех этих компонентов. Ну а Румыния молодцы. Они как раз по военной теме сейчас начинают двигаться.
довольно-таки серьезный. Вот, кстати, вопрос румыны еще решают все-таки с Патриотом. Уже есть возможность, только они уже рассматривают возможность передачи Патриота нам только с определенным, то, как мы и говорили, то есть с определенным финансированием или, по крайней мере, прикрытием своего воздушного пространства, чтобы было замещение, скорее всего, авиационной компоненты, то есть самолет. Какого уровня и как это уже будут решать НАТО? Ну, от я згадував візит Володимира Зеленського до Франції, згодом він летить в Італію на саміт G7, і начебто США зараз в екстреному порядку лобіюють виділення Україні кредиту в 50 мільярдів євро, так як до влади може прийти Трамп, і невідомо, що буде. І от зараз стало відомо, пане Романе, що Нікі Хейлі, друга людина республіканської партії в перегонах, вирішила підтримати Трампа на цих виборах. Наскільки, до чого я веду, наскільки серйозно і наскільки може все змінитися в негативному напрямку для України, якщо до влади прийдуть республіканці на чолі з Трампом? Но если придут республиканцы, так в лучшую сторону точно изменится, потому что именно республиканцы являются ястребами по отношению к России. И уж точно республиканцы впереди паровоза будут нам помогать. Здесь вообще без вариантов. Трамп – это человек ноги, так сказать. С какой ноги встанет, такую на данный момент и примет решение. Но на следующий день он может встать с другой ноги, потому ничего страшного не будет. Если даже и придет Трамп, а то, что Ники Хейли поддержала, это как раз один из претендентов на пост был в свое время, мы как-то с вами проговаривали про эту женщину. Сикх, а это довольно-таки воинственные группы в свое время были, а генетическая память никуда не девается. То есть эта женщина, она может сейчас правильную позицию заняла. Сначала она была там, так как политическая борьба, непримиримая позиция, сейчас правильную позицию заняла поддержки Трампа. Но это поддержка не Трампа, это поддержка республиканской партии в борьбе с демократами. И есть такая возможность, что Ники Хейли еще и остается такая возможность, что Ники Хейли сможет управлять государством Соединенные Штаты. Если Трамп после этих заявлений примет решение поддержать ее на пост вице-президента, вот у них в июле будет приниматься эти решения, то, в принципе, Ники Хейли как минимум будет отвечать за Европу, это ее парафия, естественно, за войну Украины с Россией. Потому есть у нас такая возможность, что Ники Хейли еще будет участвовать в том числе и в решении вопросов по нашей войне с россиянами. Нагадаю нашим глядачам, що ми продовжуємо збір на 10 в Півідроні для 79-ї бригади нашої, яка просто феноменально працює на східному, дуже важкому напрямку. Давайте ми зробимо так, аби наші оборонці мали чим бити по позиціях ворога, тому що дуже часто саме впівдрони заважають ворогу використовувати техніку, просуватися по бліндажах. Ну і західні експерти кажуть, що саме техніка, використання техніки росіян, в яких не є зараз трішки перевага, відповідно заважає навалу робити, тому що наші дрони працюють і вражають, і пошкоджують цю техніку. Пане Романе, по фронту пройдемося, що відомо станом на 23 травня. Суть в тому, що ворог просунувся на північ і на південь від Бахмуту. Ми кажемо про Часів Яр і Кліщіївка. Біля Кліщіївки вони зуміли, от якщо ми глянемо, просунутися південніше, зверніше з півночі на південь до Кліщіївки. І Часів Яр також просування є в лобовому напрямку. І чи не нагадує вам зараз ситуація з Часовим Яром і з вододілом цим штучним Донбас, каналом Донбас, які були і з річкою Бахмутка в Бахмуті, коли ми відходили за нею? Ну, разные чуть ситуации. Почему? Потому что водовод, который идет с Северского Донца
на Донецк воду подымал в свое время. Он оборудован, рядом проходит шоссейка. Это уже высота, это не низина, как Бахмутка. Но сама задача, да, понятная. Россияне пытаются сейчас и лобовыми атаками, и попытки окружить Часовьянский гарнизон давят, и давят очень сильно. Наши как раз удерживают, то есть этот водовод используется как рубеж обороны. И он будет использоваться, то есть сложно будет россиянам пройти его, но тем не менее большое количество личного состава сейчас задействовано по этим направлениям, причем по общим направлениям, начиная от Часовьяра и заканчивая направлением на Торецк, почему мы и слышим Клещеевку, Андреевку, то есть россияне пытаются выдавить наши гарнизоны из этих низин. И Клещеевка, и Андреевка – это низины. Мы в свое время их заняли с задачей продвижения и окружения Бахмута. Не сложилось, остановили наши партнеры, перестал передавать вооружение. А сейчас россияне обратно пытаются нас с низин выдавить. На высотах Клещеевки и Андреевки мы еще находимся, а в низинах там тоже очень большая проблема. Очень большое количество личного состава россиян сейчас задействовано. Те резервы, о которых мы постоянно говорили, что они находятся на Донецком фронте, они сейчас их начинают использовать уже не для захода в прорыв, а для создания самого прорыва. То есть они уже начинают полить те резервы, которые должны были использованы при выходе на оперативный простор. Пане Романе, якщо говорити про наше військове керівництво, є така в нас депутатка, яка вийшла з «Слуг народу», Безугла. Вона зараз активно критикує все військове керівництво, від А до Я, тобто все військове керівництво України. Таке враження, начебто враз в нас військове керівництво стало все непридатне. Для чого це робиться? Ну, очень все просто. Очень большой рейтинг у Вооруженных сил України, у армії. И очень маленький рейтинг у политиков. То есть при соотношении рейтингов военных и политиков, политики проигрывают, причем напрочь, в ноль. Потому сейчас где-то есть генерация, мы это видим по действиям политических групп, всех практически политических групп. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что любая партия военных, она напрочь разобьет любую политическую партию и всю эту тусовку политическую, если будут проводиться выборы, а на выборы нас давят все-таки наши партнеры. Почему? Потому что демократия должна быть демократичной. Авторитаризм никто поддерживать не будет. Потому у политиков сейчас основная задача, как эту народную любовь к армии, как этот рейтинг армейский опустить ниже плинтуса или хотя бы ниже своего политического. И мы сейчас будем слышать, мы это и видим. Видим это по действиям политическим. При принятии, во-первых, в прошлом году были военные, военкомы были все сняты. Создалась проблема мобилизационная, включили механизм мобилизационного закона, приняли мобилизационный закон, направленный в основном на то, чтобы опорочить армейское руководство, а и армию в том числе, создать конфликт между армией и гражданским населением. Вот сейчас руками ТЦК этот конфликт усугубляют, опять же, политики, потому что команду ТЦК дают Министерство обороны и законы, которые принимают политики, а ТЦКшники – это подневольный народ. То есть это тот же народ, только одетый в военную форму, которым приказывают, а приказ нельзя не выполнять, которым идет прямой приказ на кошмарение населения. А естественно, вызывая обратную волну. Мы это все видим, это действия. Ну и эти действия подтверждаются какой-то риторикой. Вот а-ля Безуглая, ну это этих Безуглых же там, их там хватает. Политическая тусовка. Они сейчас будут пытаться навозом полить на военных. Ну, это стандартный подход, потому не надо на это обращать внимание. Обращать внимание надо на саму концепцию. Политики начали воевать против военных. То есть и против генералитета, против армии, которую они же, в принципе-то, и угробили. В прошлом году сняв военкомов, а в этом году сняв полностью генералитет вместе с Залужным. То есть создали хаос в управлении,
создали ситуацию, когда в вооруженных силах не хватает личного состава, а политики не дают возможности силовику внутренних поставить в строй вооруженные силы Украины, прикрывая их бронью, прикрывая их спецучетом. То есть специально создают вакуум определенный на линии боевого соприкосновения. Нам приходится сейчас отходить вооруженным силам Украины, принимать решение на отход из-за как раз того, что личного состава в вооруженных силах не хватает. В силах обороны миллион человек, миллион. Это включая нацгвардии, полицию и так далее, тому подобное, всех силовиков. А в вооруженных силах Украины недостаток. Это искусственно созданная проблема. Как раз с определенной целью для того, чтобы столкнуть народ с вооруженными силами, опустив рейтинги вооруженных сил. Это вот такое действие. Ну, а безуглая одна из говорящих утюгов этой генерации, скорее всего, канцелярской. Это потому что все у нас, весь навоз у нас в основном в канцелярии и генерирует. Пане Романе, і якщо говорити по півночі, за останні 24 години ворог активно на Сумському напрямку, на Сумщині використовував дрони, аби бити. Нагадаю, вчора ми з вами говорили, шахеди були запущені в цьому напрямку. Наскільки ви вважаєте загроза розгортання нового фронту на Сумщині зараз стоїть? Они должны были параллельно запускаться, ну, исходя из военной логики, вот такие действия беспокоящие, они запускаются на всей линии фронта, которая вновь организуется. В принципе, россияне, исходя из логики военной, а у них она сейчас уже иногда начинает появляться, они должны были запустить наступательные действия и в Сумской области, параллельно с Харьковской. Харьковской, в Сумской и в Черниговской, в том числе и из-под Клинцовой Климова, то есть в направлении Черниговской области. Но недостаток сил, средств, во-первых, привел к тому, что они с Харькова начали, а Сумы пока еще задержались. Идет разворачивание там нескольких полков для таких же самых действий, как и в районе Харькова. Потому в любой момент они могут начать наступательные, по крайней мере, с задачей занять серую зону. Серая зона – это зона нашей территории между границей и линией обороны. Она может быть от 3 до 12-15 километров, исходя из географии расположения фортификационных сооружений. Пане Романе, я вам дуже дякую за це зведення. Нашим глядачам нагадаю, 23 травня сьогодні, четвер, обов'язково. Коментуйте, запитуйте, розпитуйте, ми це все читаємо. Звісно, ставте лайки і підписуйтесь. І діліться також нашим щоденним воєнним зведенням, аби більше, в першу чергу, українців знали, розуміли процеси, які відбуваються в цій визвольній війні проти Росії. Мене ж звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.